растет количество людей, которые хотят менять в нем участие, с одной стороны. Но с другой стороны, в наше время новых технологий, которые все воспевают со страшной силой, я просто абсолютно уверен, что эти новые технологии созданы для того, чтобы извести отборщиков кинофестивалей. Потому что сейчас кино может снимать любой, кому не лень, и даже те, кому лень. Берется мобильный телефон, ставится перед ним жена, сестра, друг, подруга, собачка, кошечка, и говорит, ну, что-то побегай. Снимается, ну, допробуй, это, конечно, лучше, чем вот купить в подворотне, и лучше, как снимать кино. Но потом, ну, снял, ну, покажи, ты пригласи жену, там, сестру и собачку, и покажи им это кино. Нет же, надо где-то поставить на фестиваль. И так как, вот вы даже представить себе не можете, сколько мне в этом году, значит, сложилось, что я, значит, на нескольких фестивалях в равной степени принимаю участие в их создании, вы не можете себе представить, какое количество подобного рода продукта мне приходится смотреть. Это уму непостижимо просто. И, конечно, за счет этого продукта тоже увеличивается количество картин, которые представлены на конкурс. На конкурс, значит, с правом участия в фестивале. На конкурс борьбы за право участия в фестивале. Вот конкурс. Если говорить конкретно про этот год, то есть какие-то новые вещи, которых не было раньше. Стало меньше Ирана гораздо. И вот это был первый раз, значит, вот в этом качестве здесь. Я посмотрел 75 иранских фильмов. Никому не пожелаю. Сейчас их стало раза в 2,5 меньше, и картины стали лучше. Раньше это просто нам присылали все, что, ну, какие-то вот то, что у нас идет там по, значит, в прайм-тайме наших там телеканалов, то, что снимается у нас, такие там сериальные, такие вещи, камеры стоят на месте, люди говорят. Вот это все делается везде, там, да, во всех телевидениях. И вот и в Иране тоже, как выяснилось. Сейчас этого стало меньше. И картины больше стали говорить о жизни в Исламской Республике Иран, чем раньше это было. Ну, в прошлом году, как вы знаете, это все увенчалось хорошим призом фестиваля картины «Без границ», я имею в виду. В этом году посмотрим, значит, что вынесет жюри в главе Хубертикова, если вы жили в главе Александра Анатольевича.